что за стрелки? Не знаю, давай посмотрим, куда они ведут. Добро пожаловать в челлендж 24 часа на кухне. Что? Приветики. Алиса, это что, шутка какая-то? Почему шутка? Мы 2 дня назад с вами договаривались о съемках. Точно. А может, мы как-то их перенесем на другой день? Нет, у вас, как всегда, 5 минут на сборы. Так, с чего начнем? Думай, голова. Я зайду. Зачем? Мы же на кухне жить будем. Точно, тогда бежим за другими вещами. Первым делом нужно взять как намного больше пледов, одеял и подушек, потому что на кухне будет спать твердо. Побежали! Да, побежали. Ух уж эта Амелька, бросает все в одну кучу. Куда же положить этот плед? А, куда же это поставить? О, на диван поставлю. Вот отличное место. Алиса, сколько там еще время? У вас есть еще несколько минут. Отлично. Так, мне нужна косметичка. Все есть, беру с собой. Еще нужна зубная паста и щетка. Так, для этого челленджа мне обязательно нужен телефон. Ой, чуть не забыла зарядку. Что же еще взять? Мне кажется, я что-то забыла. Точно. Мне же нужно будет выучить уроки. Беру. Так. Зубная щетка. Без нее никак. И косметичка понадобится. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Поздравляю, сборы завершены. А это значит, что начинается настоящий челлендж, который называется 24 часа на кухне. Главное правило, все это время вам нельзя касаться пола за этой линией. За какой линией? Вот линия, все понятно. Ага, надеюсь, мы справимся. Конечно, справимся. Ребята, нам сейчас нужна очень ваша поддержка. А сделать это просто, нажав лайк под этим видео. И все, 1 секунда вашего времени, и этим вы нам очень поможете. Мила, давай наведем здесь порядок. Окей, предлагаю организовать спальное место. Ты какую сторону выбираешь? Я хочу вот здесь. Ладно, тогда моя кровать будет справа, а посередине сделаем проход. Амелька, вообще-то у нас там столовая. Ну и куда мне все это деть? Не знаю, сложи в какую-нибудь тумбочку, здесь их много. Так нет, тоже нет. О, придумала. Я сделала себе шкаф в посудомоечной машине. Так. А это идея. Тогда я сложу свои вещи в духовку. Главное, ее случайно не включить. Так, а что у нас здесь? О, здесь какая-то гирлянда лежит. Их несколько даже. Так это с моего дня рождения осталось. Отлично, давай украсим нашу кухню, чтобы было уютней. Класс, теперь намного круче смотрится. Согласна. Итак, вещи мы разложили, а теперь перейдем к утренним процедурам. Я буду чистить зубы. Я тоже буду чистить.
Да, в кухонной раковине я еще зубы не чистила. Подвинься. Аминка, нет, ты подвинься. Не ты. Стало неудобно. Ой, а я забыла полотенце. Как мне теперь умываться? А это что? Ты же не собираешься им вытирать лицо, оно же кухонное. А у тебя есть вариант получше? Вот и я о том же. Отлично, а теперь можно накрасить. Амелька, дай мне свое зеркало, а то, по-моему, я свое забыла. Сейчас. Упс, кажется, мое зеркало осталось в ванной. Жесть, и что теперь делать? Я же не могу 24 часа сниматься не накрашенной. Да, 24 часа в ванной было проще снимать, там зеркала повсюду. Зато сейчас у нас целый холодильник еды, не забывай. Слушай, мила, а в духовке стеклянная дверь? Я вижу. И что нам это дает? В нем видно отражение. Мы можем его использовать как зеркало. Да, видно не очень хорошо, но это лучше, чем ничего. Молодец, Амелька. Давай скорее красить. Чего смеешься? Отлично накрасились, потому что криво получилось. Тащи сюда салфетки влажные. Да? Ты тоже, кстати, криво накрасилась. Спасибо. Давай я тебя накрашу. Давай. Раньше все закрывай глаза. Долго еще там, я уже приголодалась. Заканчиваю. Ну вот, так гораздо лучше. Спасибо, а что будем есть? Я вчера вечером кашу варила, можем ее разогреть? Так, гречка с котлеткой. Ой, а ложки забыли. А где все столовые приборы? Мила, что здесь делает твой плед? Упс, кажется, я их перенесла. Куда? Вон туда. Отлично, и что теперь будем делать? Что, Алису звать? Не руками же нам есть. Алиса, можно тебя на секундочку? Что, успели соскучиться? Ну-ка, подай нам ложки и вилки. Умоляю, пожалуйста. Хорошо, только за это вам нужно будет выполнить задание. Да, мы уже догадались. Чего хочешь? Хочу, чтобы ты надела на голову кастрюлю, а Амелька ударила по ней ложками. Но нет, почему именно я должна одевать эту кастрюлю? Может, потому что это ты вынесла ложки за пределы кухни? Ладно, где тут у нас кастрюли? Это или может вот это? Похоже, кастрюлю еще сложнее выбрать, чем шапку. Не смешно, вот эту возьму. Держи, Амелька, давай на раз, два, три. Прости, Мила, но ты это заслужила. Раз, два, три. Гудит и уши заложила. Приятного вам аппетита. Ложки можете себе оставить. Держи, ты как? Надеюсь, не оглох. Спасибо, Мила, каша была очень вкусной. А ты заметила то, что я съела всю тарелку? Да, теперь можно и к сладенькому перейти. А где сладости? Походу их съел Арчи. Арчи? А при чем здесь он? Потому что он вчера спрашивал, где хранятся сладости. Ну, Арчи, сейчас я ему позвоню и пусть быстро нам покупает конфеты. Подожди, он же за город уехал. Придется снова звать Алису, потому что 24 часа без сладости я не смогу. Алиса! Ну и что на этот раз? А ты можешь сходить в магазин и купить нам сладкого? В магазин сходить? Еще чего? Ну пожалуйста, мы выполним твое любое задание. Не хочу, делать мне больше нечего. На улице ветер с ног сбивает. Посидите без конфет. Ну Алиса, выручай, мы готовы выполнить любое.
любое твое задание, даже сумасшедшее. Серьезно? Окей, я хочу, чтобы Мила целый час простояла на голове. Что? Это же невозможно. Мила, ну может попробуешь? Ну, зато до конца челленджа ты будешь есть вкусняшки. Сейчас я тебе помогу. Да, что? Перед ноги, подожди. Ну, время пошло, так и стой. Мила, я тебя отпускаю на раз, два, три. Короче, не нужны нам никакие конфеты. Я как раз собиралась сесть на диету и отказаться от сладкого. Давно пора. Сейчас в рюкзаке я посмотрю, где-то здесь должна быть шоколадка. Да. Кажется, мой сосед по парте нашел эту шоколадку первым, но я ему устрою. Жаль, шоколадка была бы сейчас очень кстати. Мила, мы спасены. Пару дней назад мне папа запретил есть много сладкого. И я купила конфеты и спрятала их в корзинку. Они где-то там. Амелька, ты серьезно? Так чего мы сидим? Давай их искать. Ты помнишь, куда ты их положила? Кажется, в том ящике. Ого, а как ты вообще туда залезла? Не знаю, взяла и залезла. Так, Амелька, в какой ты ящик положила? Посмотри, где-то сверху, в одном из них. Ладно, давай разделимся. Ты смотри в ящик внизу, а я буду на этой стороне. Ну окей. Я нашла, вот где я спрятала конфеты от папы. А здесь, видимо, прятал конфеты твой папа от тебя. Покажи, что у тебя в корзинке. Ого, сколько здесь вкусняшек. Ого, сколько там всего. Поделимся со мной с Скитлсом. Ну, не знаю. А у тебя что? У меня есть печенье с Эммондексом и большой чупик. Чупик большой? Тоже неплохо. Так что, меняемся? Давай, но с одним условием. Мы сыграем в трейды. О, прикольно, давай. Только игровое поле осталось в гостиной. Я сейчас схожу. Стой, Алиса увидит и придумает какое-то дурацкое задание. Она ведь запретила нам заходить за эту линию. Она запретила становиться на пол за этой линией. А значит, я пойду по подушкам. По подушкам? Так, первое. Ой, тяжело как-то уже. Амель, давай. Держи, я буду забирать подушки. Давай. Да, идти назад намного сложнее. Давай. Ага, попались, правила нарушаете. Вообще-то нет. А как тогда у вас на кухне оказалось поле для трейдов? Я точно помню, она лежала на том столе. Сейчас я все узнаю. Я чувствовала, что вы захотите нарушить правила. Поэтому я оставила в коридоре телефон с пишущей камерой. Так, что тут у нас? Мила, а зачем ты наступала на подушке? Потому что ты запрещала становиться на пол за этой линией, а я не становилась и правил не нарушала. Что? Я такое говорила? Да! Ладно, так и быть, не буду вас наказывать. Но с этого момента выходить за линию нельзя. Никаким образом, ни на тарелках, ни на подушках, ни на чем другом. Да все мы поняли, иди уже давай. Сейчас решим, кто первый начнет. Так. Угадай, в какой руке? В правой. Ты выиграла. Ура, я первая. Я помню то, что ты любишь сухарики с беконом, поэтому начнем с них. Что ты мне дашь за них? Так, я даю вот такие вот орешки. Нет, этого мало. Посмотри, это твои любимые сухарики. Да добавляй, давай. Ладно, даю еще мини-урал. Я не согласна, добавляй. Ладно, даю еще кокосовые чипсы. О, вот это уже веселее, я их люблю, добавляй еще. Ладно, придется еще пожертвовать большой шоколадкой. Класс, обожаю эту шоколадку. Но мне все равно мало, добавляй. Да хватит тебе, Амель. Ладно, я шучу. Я хочу обменять вот такую упаковку мармелада. Что ты мне дашь взамен? Класс, люблю эти мармеладки. Я могу тебе дать такую классную сушеную рыбу. Неплохо, но мало. Добавляй. Тогда еще пачечку скидывался. Мало еще. Так, на тогда тебе еще упаковку чупиков. Добавляй. Но я уже почти тебе все отдала.
я хочу огромный чупа-чупс. Ну ладно, держи. Ой, теперь я согласна. Ну что, играем дальше? Нет, давай же чай со сладостями пить, а то ты у меня их все заберешь. Окей, я сделаю чай. Девчонки, как дела? Отлично. Эй, а где вы взяли конфеты и сухарики? Не поверишь, нашли на кухне и не заходили за эту линию. Можешь проверить по своим камерам. Обязательно проверю. Всем привет. О, папа вернулся с работы. Ага, и очень голодный, поэтому первым делом я хочу поесть. Извините, но на кухне нельзя, мы снимаем челлендж. Ну и что, я вам мешать не буду. Нет, по правилам посторонние не могут заходить на кухню, только милая Амелия, так что извините. Ну окей, пусть тогда милая Амелия что-нибудь приготовит, все равно ничего не делают там. А это идея, девочки, накормите? Конечно, без проблем. Ну спасибо вам, вы пока готовьтесь, а я переоденусь. А что мы можем приготовить? Давай суп какой-нибудь сварим. Суп сложно, может лучше яичницу пожарим? Девочки, я помогу вам с выбором. Для начала давайте решим, сколько ингредиентов будет в вашем блюде. С помощью кубика. Хорошо. 4. 4. А теперь узнаем, с каких именно ингредиентов вы будете готовить. Выбирайте, только не подглядывайте. Мне бананы вермишель. Мне сметана и соленый огурец. Ну, выбрали, что нам дальше делать? А дальше вам нужно из этих всех продуктов приготовить блюдо. Сладкое совместить с соленым, и что у нас получится? Не знаю, это же не я продукты выбирала. Вот, держите. Ладно. Амелька, давай пробовать, мы же не можем оставить твоего папу без ужина. Итак, у нас есть вермишель, банан, соленые огурцы и сметана. Сначала нам нужно запарить вермишель. Я поставлю воду. Так, теперь вермишель зальем водой горячей. Теперь давай резать банан и огурец. Давай. Мы будто не челлендж снимаем, а кулинарное шоу. Перемешай. Это точно! Кажется, наша вермишель готова! Кажется, да. Нужно хорошенько все перемешать. Надеюсь, папе понравится. Ага, надеюсь. Ну что, блюдо готово? Ага. Какая вкуснотища. Мой ужин готов? Да! Кажется, мне пора. Та-дам! Ого! А что это у вас за блюдо такое интересное? Да, это новый рецепт. Восточная кухня. Восточная кухня, говорите? Ну, попробуем. Ну как? Фу! Упс! Это все Алиса придумала! Скучно что-то. До конца челленджа еще вагон времени. Может, и YouTube посмотрим? И где мы его посмотрим? На телефоне не прикольно. Так давай на телевизоре. Точно, у нас же есть телевизор. Совсем про него забыла. Только где от него пульт? Вон пульт на столе. И как мы выйдем? Алиса запретила нам выходить за линию. Правильно, но под столом линии нету. Так что мы можем выйти, не нарушая правил. Ага, попалась! На этот раз вы уже точно будете наказаны! А вот и нет! Ты сказала, что нельзя пересекать линию, а по столам ее нет! Значит, мы ничего не нарушили! Снова вы меня перехитрили! Окей! Готово! Теперь вы точно никуда с кухни не денетесь! Мы все равно что-нибудь придумаем! Теперь у нас есть пульт, и мы можем посмотреть YouTube! Мила, доставай вкусняшки! Так, где-то у нас здесь был попкорн. Ну, YouTube это, конечно, интересно,
но эти 2 часа пролетели незаметно. Что теперь будем делать? Ты можешь для разнообразия получить уроки. Не хочу. Давай лучше устроим себе бьюти-процедуры. Идея, конечно, неплохая, но где мы возьмем косметику? У Алисы я просить не собираюсь. Я сама схожу. Как? Она нас точно оштрафует. Не оштрафует, у меня есть идея. Говори. Мы приготовим ее любимый салат и незаметно положим туда красный перец. Пока Алиса будет ходить по дому дышать пламенем, я быстро сбегаю по косметику. Интересно. Жестоковато, правда. Но Алиса тоже нас не щадит. Вечно какие-то стрёмные задания дает. Ну, короче, я согласна. Тогда давай готовить. Так, перчик. Мила, почему он зеленый? Нам нужен красный, острый. Красный? Она увидит его в салате и что-то заподозрит. А зеленый она не заметит. И он тоже, кстати, острый. Хитро ты придумала. Так, готово. Нужно еще посолить и поперчить. Побольше, побольше. Да, это побольше надо. Алиса! Что опять случилось? Ничего не случилось. Мы приготовили тебе твой любимый салатик. Класс. А чего это вдруг вы решили меня порадовать? Да нам все равно делать нечего. А ты стараешься, конкурсы всякие придумываешь, задания. Так что, будешь кушать? Конечно. Извини, Алиса, но ты сама говорила, что посторонним сюда нельзя. Давай, давай, там, где ты побегаешь. Конечно. Сработало, я пошла. Давай, Милика. Значит так, я вам этого не прощу. Слушайте мое наказание. До конца дня вы будете ходить с кастрюлями на голове. Что? Что слышали? Давайте, давайте, надевайте, я жду. Я супер большая. Теперь довольна? Ага. Сейчас. Еще в Инстаграм запущу. Давай, уходи отсюда. Эта кастрюля такая неудобная. Да, но мы не с таким справлялись. Давай уже начинай делать бьюти-процедуры. О, я чувствую, как омолаживаюсь. Тебе кастрюлька не мешает? Мне немного давит. Есть такое. Скорее бы этот челлендж закончился. Все уроки сделала, аж проголодалась. Я тоже не против поесть, но только в холодильнике осталась банка горчицы и одна зелень. Да, не густо, я бы сейчас картошечку фри съела. Так, давай закажем, у меня есть телефон службы доставки. Так они доставляют только до двери, как мы заберем свой заказ? Я Алису звонить хочу. А Алису просить и не придется, я вспомню то, что у меня есть помощник. Супер, ну только Алиса нам не разрешает его использовать. А кто у нее будет спрашивать? Правила мы не нарушаем. Так что я заказываю. Где этот курьер ходит? Может, он уже под домом? Сейчас посмотрю. Никого нет. А ты соуса нам заказала? Конечно, целых 3 вида. Здравствуйте, я не могу сейчас подойти к двери. Зайдите, пожалуйста, в дом и поставьте заказ на робот-пылесос. Хорошо. А дверь откроете? Да. Дистанционный просмотр активен. Чем это здесь пахнет? Картошка фри? Откуда она у вас? Курьер доставил. Ну, кухню мы не покидаем. А этот что ли курьер? Я его конфискую. Ой, так нечестно. Честно, честно. Пусть забирает, все равно скоро челлендж закончится. Да, с этими кастрюлями спать невозможно. Ну, лучше их не снимать, потому что Алиса еще на сутки челлендж продлит. Это точно. Подписчики, вы только посмотрите на девочек. Они такие смешные в этих кастрюлях. Мила, Амелька, вставайте. А, что случилось? Уже утро.
Быстро, челлендж закончился. Серьезно, наконец-то можно снять эту кастрюлю и лечь в нормальную кровать. Эй, стоять, а кто будет здесь убирать? Кто придумал этот челлендж? Эх, ребята, вам понравилось это видео? Если да, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока!